Москве на ВДНХ выставка Федеративной Республики Германии. Ее открыл министр экономики Фридерихс. На открытии экспозиции присутствовал заместитель председателя Совета министров СССР Новиков. Около 200 ведущих фирм страны демонстрируют на выставке образцы своей продукции. Среди экспонатов фирмы Отто Вольф – бормашина для прокладки тоннелей под землей. На стендах фирмы Зальцбиттер – турбинный газовоз. Различные двигатели для судов и саморазгружающиеся баржи представила фирма Гутте Хохнунд Хютте. Большой интерес вызвали кругловязальные машины с электронным управлением производства заводов Майер и компания. Объем советско-западной германской торговли увеличился в прошлом году в 4 раза по сравнению с 1970 годом. Выставка ФРГ в Москве, как и прошлогодняя советская выставка в Дюссельдорфе, послужат новым вкладом в развитие экономического сотрудничества между обоими государствами.